Еще более 80 тысяч жителей Бурятии будут обеспечены качественной питьевой водой. В этом году республика приступает к масштабному строительству коммунальной инфраструктуры. Новые объекты водоснабжения построят в Улан-Удэ и Северобайкальске, а также в Иволгинском, Кабанском, Селенгинском, Закаменском, Прибайкальском и Баргузинском районах. В городе Улан-Удэ продолжится строительство сетей водоснабжения в поселке Верхняя Березовка, левобережной части, а также начнется строительство по улицам Челюскина, Левитана, Самбуева и Чертенкова. В Иволгинском районе продолжится реконструкция водоочистных сооружений в селе Топхар и начнутся работы на водопроводных сетях. В этом году модернизация затронет 12 объектов водоснабжения, 11 из которых введут в эксплуатацию до конца года. Одним из крупнейших проектов станет строительство сетей водоснабжения в левобережной части Улан-Удэ. На участке будет проложено более 18 километров водопроводных сетей. Только благодаря этому объекту чистой питьевой водой будет обеспечено около 50 тысяч жителей.